Всем привет! Начинаю гримироваться, делаю шрамы, наношу пластический грим вот таким вот образом. Это не так просто. Должно как-то вот так лежать. А уже сверху будет грим клоуна. Но главное сделать вот эти шрамы. Вот. Ну, вроде бы получилось. Так. Угу. Сделаем свет поярче. Угу. И готовимся входить в образ безумного клоуна. Why so serious? Why? Может быть, ты знаешь, откуда у меня эти шрамы? Нет, но я знаю, откуда эти, как сказал Бэтмен. В фильме Кристофера Нолана «Темный рыцарь». Главное, чтобы они еще держались. Вот это специальный грим, специальный клей, точнее для грима. Это достаточно утомительное зрелище, наблюдать, как я наношу этот грим. Но кому интересно, тому интересно. Есть ведь целые направления, курсы, пластический грим. То, что из Голливуда к нам пришло, там это более развито. Но я, как актер, мастер на все руки, не побоюсь этого слова, сам наношу грим. И вроде бы неплохо получается. Главное, чтобы он держался на протяжении всей съемки. Это совершенно безвредно. Вот, теперь нужно, чтобы это подсохло. Может быть, ты знаешь, откуда у меня эти шрамы? Сюда нужно еще клея. Вот специальный пластический грим. Приветствую, Антон. Специальный пластический грим. Это очень важно. Иначе, если просто помаду нанести, накраситься, это будет, как многие косплееры делают. Это косплееры уже, наши коллеги в Голливуде делают реалистично. Поэтому надо подождать, чтобы все подсохло. Пока пусть подсыхает, уже буду глаза гримировать потихонечку. Вот у меня остальной грим. Так, я отлично видеоблог снимаю для развития ТикТока. Вот. Ну, я в точь-точь не стал делать, потому что тогда можно и костюм заказать, и получится такая некая пародия. У меня такой задачи не было. Вот. Это грим. Начну глаз. Может быть, даже поверну телефон туда, в зеркало. Так, провод запутался немного. Вот так, может быть, чтобы меня лучше видно было. Вот. Или как-то вот так. Или же вот так все-таки.
так немного будет сложнее. Или просто перерыв сделаю, прервусь. Грим очень густой, мне сказали в театральном магазине, так просто не смыть. Специальное средство нужно будет. Но я и не спешу его смывать. Ты меня, кстати, одна сейчас смотришь. Все не выдержали, не дождались и вышли. Ну, теперь ты знаешь, откуда у меня эти шрамы. Так, как бы мне теперь не переборщить? Можно так увлечься. Так, надо очень внимательно. Иначе, если сейчас лишнее нанесу, это же смывать придется. А зачем мне смывать? Так. Это для кожи будет вредно, пока я до дня рождения доживу с таким гримом. Мне кажется. Теперь вы знаете, откуда у меня эти шрамы. Видно по глазам, что я притворяюсь. Лишнее главное не нанести. Лишнее не нужно. Угу. На бровях закончится черный контур. Шрамы уже подсыхают. Самое неприятное – это всегда глаза, потому что может попасть, а тем более, когда еще прямой эфир. Подсказывайте мне, вроде попадает, а хотя я вас не услышу, глаза закрыты, надо же видеть. Так, это уже мне зеркало нужно. Это уже можно вот так будет повернуть, значит. Вот. Вот так. Вот так. Если я здесь вот так встану, меня видно. Ну, наверное, да. Вот так. Иначе я это все буду долго так, если я на камеру. You're just a freak like me. В забавном мире мы живем. Может быть, ты знаешь, откуда у меня эти шрамы? Не меня одного, если жители Готэма дальше будут сходить с ума. Так. Возможно, зрелище утомительное. Ого, это долго. Может быть, я не засекал, может быть, я уже и минут 20 все это делаю. Но самое сложное позади.
Самое сложное было наклеить шрамы. Так, теперь посмотрим. Значит, это вот так, это не то. Это вот так. Вот так. Да, как в прошлый раз, все равно многовато, мне кажется. Что я 6 лет назад с этим гримом переборщил, что и теперь. Ну, ничего не поделать уже. Потом просто белым закрашу. Хотя в некоторых сценах фильма «Темный рыцарь» у него грим был практически смыт, когда он в тюрьме сидел, поэтому у меня тоже так может быть. Тем более это у меня такой авторский проект. И не обязательно в точности все делать. Буду импровизировать. Вот, этот глаз мне больше нравится, как получился. Комментарии были, что я с гримом переборщил, но это было в 2015 году в группе поклонников Хита Леджер. Ну, нормально. Грим какой-то густой, действительно. Плохо ложится как-то. Хотя не, ложится неплохо, но какой-то он не до конца все прокрашивает, мне кажется. Основная часть сделана. Теперь надо даже лучше другую кисточку взять. Я подготовился, есть другая кисточка. Иначе пока я буду белую смывать, то столько времени уйдет на это все. Так, здесь будет помада, значит. Здесь будет белый. Вот до сюда. Вот здесь будет граница. Это уже классический грим клоуна. А благодаря черному цвету глаза более выразительные. Спал прошлой ночью 4 часа, но энергия есть, роль отрепетирована. Хотел еще капитана Джека Воробья сыграть, но в другой раз. На днях, это когда было вчера, шизофреника сыграл. Показал психиатрам, подтвердили, сказали, как по Достоевскому, очень жизненно. У Джокера другой диагноз. У каждого Джокера свой диагноз, и он не совсем соответствует диссоциальному расстройству личности классическому, потому что это кино. Так, теперь надо понять на шее, где граница, чтобы лишнее не накрасить. Не совсем понятно. Надо будет в Google заходить еще. Всем еще раз добрый вечер, с кем не поздоровался. Очень приятно, что вы смотрите на это непростое зрелище, когда я гримируюсь. Шрамы подсохли немного, но надо будет еще сейчас добавить клей, иначе они потом упадут.
Я думаю, вот так будет даже достаточно. Слишком много тоже не надо. На шею особенно. Здесь чуть-чуть поменьше. Но это можно потом белым будет закрасить. Why so serious? Why so serious? Почему ты такой серьезный? И как говорил Джокер, это цитирую фильм я, у меня была жена, красавица, как ты. Она была игроком и задолжала крупную сумму. И не смогла ее отдать, и тогда ей порезали лицо. И я, чтобы прекратить ее страдания, взял лезвие и нарисовал улыбку. Она не могла видеть меня. Я лишь хотел, чтобы она улыбнулась. Может быть, ты знаешь истинную историю, откуда у меня эти шрамы, потому что всегда Джокер рассказывал по-разному. В фильме говорил об одном, а имел в виду совсем другое. Его презрение к обществу отражалось в этих историях, которые должны шокировать, как и грим. Очень агрессивный грим. Это грим не тех клоунов, которые работают в цирке. Так. Так. Теперь возвращаемся. Нужно клей добавить на пластический грим. Иначе шрамы могут отклеиться. А это мне не нужно, потому что сегодня еще прямые эфиры здесь проводить и в ТикТоке. Раз уж столько времени ушло на грим, надо будет и видео снять, и провести все, что было запланировано. Так. Теперь надо помолчать, иначе он может. Уши сильно не буду, потому что волосы будут распущены, но все равно для порядка. Процентов 60 уже сделано. Нет, никаких клубов. Это исключительно для съемок. Есть люди, которые добавились, есть кто не выдержал. Скучно смотреть, потому что. Ну что, помаду?
больше смотреть на оригинал нет смысла. Это один из самых ответственных моментов. Только плохо ложится что-то, помада, на пластический грим, именно на шрамы. Но зато шрамы реалистичные. Так, значит, тут такая улыбка. Вот такая. Значит, чуть-чуть внизу. Это если так смотреть. Нет, надо. Ну вот, уже получше. Так, здесь этот шрам. И вот этот шрам. Я даже не думал, что так хорошо получится шрамы. Там главное с помадой не переборщить. Не перестаю повторять, может быть, ты знаешь, откуда у меня эти шрамы. Мы с тобой обречены бороться вечно. Тебя навечно упрячут в психушку, как сказал Бэтмен. Может быть, не меня одного, ответил Джокер. На всех камер не хватит, если люди продолжат сходить с ума. Ну вот так. Как-то так. На всех камер не хватит, если люди продолжат сходить с ума. Не везде даже прокрашивается. Но, может быть, это и к лучшему. Реализм какой-то есть. Так, пока хватит. Продолжим теперь белый грим наносить. Продолжим, потому что вы как бы участвуете в этом, те, кто смотрит. И я вам очень благодарен за это. То одному ведь скучно. Театр одного актера называется. Можно мне и гримером подрабатывать. Съемок когда-нибудь не будет, ролей пауза какая-нибудь будет, и можно гримером. Самая большая пауза – это коронавирус, я думаю, для кинематографа. Но... Вот. Может, снизу помаду здесь больше положить надо было. Вы как думаете, нормально? Или добавить помады? В ТикТок видео с ножом выставлять нельзя, потому что там запрещено любое насилие и намек на насилие. Некоторые видео у меня удалили, где агрессивно как-то громко кто-то разговаривал. Поэтому надо в рамках быть. Иначе меня на ТикТоке еще раз заблокируют, будет неприятно. Так. Вот. Надо закрашивать. Уже серый немного оттенок добавился. Уже лучше. Осталось минут 10, наверное. Даже страшно как-то получилось. А Хэллоуин я не праздную, никогда не ходил. Там один человек
задал вопрос. Ну, в клуб я собираюсь. Я в клубы не хожу. За свою жизнь-то в клубах немного было. Мне это не нужно. И все больше и больше надо быть в образе. Люди, которые не знают, что актер, скажут, человек с ума сошел. Дома красится что-то это. Ну, я, естественно, на улицу выходить не буду. Мало ли, кого-то напугаю. Зачем мне это нужно? Так, YouTube. Теперь посмотрим. Посмотрим на оригинал. Угу. Джокер. Допрос. Угу. Допрос. Как грим работает, надо посмотреть. Мимика. Как сделать реклама. На даче безгранично комфортно. Реклама. Шикарный, сильно. Благодарю. Евгения, благодарю. Очень приятно. Ваши комплименты. Так, смотрим. Для них ты просто псих. Как я. Сейчас ты им нужен. А надоешь. Они тебя выкинут. Как прокаженного. Их принципы. Их кодекс. Всего лишь слова. Забываемые при первой опасности. Они такие, какими мир позволяет им быть. Они такие, каким мир позволяет им быть. А я вот позволил себе допустить ошибку не той стороной. Повернул этот. Телефон повернул. Ну ничего, сейчас я все поправлю. Прямо сейчас. Вот. Вот так. Потому что свет, он должен быть сюда направлен. Вот. Хотя бы так. Похоже, похоже. Главное, не обязательно один в один сделать. Сыграть-то я не буду, как Хит Леджер, потому что я не Хит Леджер, и зачем его превосходить? Тем более продолжение не сняли, потому что все равно будут сравнивать с ним. Сняли другого Джокера, где гениальный Хоакин Феникс, даже гениально немного пошло говорить про такого человека, он скромный. Гениальный – это очень точный в чем-то. Но психиатры говорят, что гениальный – это сумасшедший. Поэтому, ну, еще Джек Воробей про это говорил, что это синонимы. Так вот, у меня нет задачи один в один сыграть. Я вдохновляюсь образом и уже иду по-своему. Если я Никиту Джигурду никогда не стремился один в один играть, я только голос брал, мантры и так далее, то здесь я хотел оттолкнуться от образа и сыграть уже что-то свое. Синтез. Будет синтез. Можно даже капитана Джека Воробья сыграть. Грим такой агрессивный получился. Потом представьте, как это все снимать будет сложно. Смывать, то есть. Снимать-то это отклеится как-нибудь. Бриться пришлось ради этого. А я бриться очень не люблю. Потом можно сверху пудру положить, чтобы оно так быстро не смывалось, но мне это не нужно. Ближе к делу. А что ближе к делу? Какое дело будет? Я же банк грабить не собираюсь или заниматься каким-нибудь пранком, в магазин в этом идти или куда-то еще, тем более магазины уже закрыты. Ближе к делу это уже съемка с каких-то видео, прямой эфир в этом образе. Вот это ближе к делу. Это все ближе к делу. Никакого дела нету. Это мастер-класс, как можно в домашних условиях загримироваться. Нанести сложный грим, включая пластический. Так вот. Теперь черный цвет. Монолог. А монолог я не учил. Но я могу вспомнить из фильма. Симпровизировать и разобрать его по системе Ивана Чабок, по которой работают многие актеры в Голливуде. Ну, например... Из фильма сейчас процитирую Джокера, чтобы вам скучно не было. С головы начинать нельзя, иначе жертва сразу теряется. Видишь? Ты позволил Денту занять твое место.
Даже для таких, как я, это жестоко. Мафия хочет убить тебя, чтобы прошлое вернуть. Но я знаю правду. Ситуация необратима. Ты изменил все. Я не хочу убивать тебя. Что я буду без тебя делать? Снова грабить мафию? Нет, нет. Ты дополняешь меня. Для них ты просто псих, как я. Сейчас ты им нужен, а надоешь. Они тебя променяют. Их правила, их кодекс забываются при виде первой опасности. Тембр похож, и взгляд похож. И Хит Леджер вдохновлялся героем фильма «Заводной апельсин» и Чарльзом Мэнсоном, которого я недавно сыграл. Могу его монолог от имени Джокера сейчас прочесть. Я отсидел в тюрьме за вас, чтоб вы катались на великах, дни рождения справляли. У меня не было жизни. Я не знаю, что такое жизнь. У вас всех была жизнь. Родители говорили вам, что делать, и вы делали. И что вы получили за это? Малюсенькие шаблонные мозги. Гляньте, что стало с Энди. Избалованная Сэнди. Сэнди пришла к новому папочке, чтобы обрести нечто реальное. И она это обретет. Сними для нас свою одежду, Сэнди. Помогите ей. Не видите, ей нужна помощь. Гляньте, как родители мучают своих детей. Если они любили ее, то почему позволили врачам так изрезать ее тело? И теперь Сэнди не может избавиться от эго. Ты не виновата. Ты не виновата, скажи это мне. Твои родители виноваты. Волосы распускать рано. Слишком рано, любовь. Иначе они испачкаются. Еще все впереди. Энергии у меня хватит. Я из этого образа не скоро выйду. Ведь я ни одного видео не снял. А прямой эфир вряд ли кто-то будет пересматривать. Потому что вначале я долго-долго клеил пластический грим. А сейчас это надо сделать темнее. Монолог пришлось приостановить. Есть еще один монолог. Без образа прочту. Не уходи. Пожалуйста, погоди. Помнишь, 3 года назад я первый раз к вам в эту комнату вошел? Отец послал штопор одолжить. Ты вот тут у окна цветы поливала. Еще ты в школьной форме тогда была. Вот на этом самом пороге я и влюбился в тебя. В ту же секунду. 3-й год о тебе одной думаю. Ты ведь и сама не знаешь, до чего ты хороша. Я тебя необыкновенно люблю. Дрянь я, это я и сам знаю. Только я из себя все потроха вытащу и в речке прополощу. Уеду сегодня и уж никогда сюда не приеду. Как-то странно в этом образе читать подобные романтические монологи. Вам не кажется? Так, а теперь что я хотел сделать? Надо вот это чуть сократить. Иначе действительно сильно вымазан. Как мне сказали в 2015 году, когда я впервые этот грим нанес. Слишком сильно я был вымазан. Так в этот раз я тоже вновь слишком сильно вымазан. Но ничего. Я подготовился. Грима много купил. Российский производитель, хороший грим. Ну, я окончательно это пойму, когда он будет сложно смываться, а он будет сложно смываться. Но я тоже подготовился. Купил средство, называется вазелин для смытия грима.
Не знаю, почему Базилин впервые про это слышал, но, видимо, грим густой. Так вот, здесь тоже надо сократить, иначе... Ну, как-то так, наверное. Даже надо еще меньше сделать. В общем, это все весьма непросто. Благодарю, Евгения. Спасибо за комплименты. Зато в образ я вошел, что другие образы уже не хочется играть. Так вот. Теперь черный смешался с белым. Грим на вазелин? Нет, про это я не думал, мне об этом не говорили. Так, здесь немного смыть надо. Все-таки смывается, если постараться. Я не ожидал, что так много человек будет меня смотреть. Я думал, это будет скучно. Даже мне самому оказалось это интересно. Так вот, это все так. Вот. Теперь что? Теперь еще раз... Руки уже испачканы. Еще раз белый грим нанести надо на лоб. На лоб нанести еще белый грим. You're just a freak like me. Готовясь к образу, я наблюдал за Джокером из фильма, и не только за ним, и за психопатами, и другими людьми с пограничным расстройством личности, в том числе и параноидная шизофрения, и какие-то манеры героя я себе уже присвоил. Например, как он облизывает. Сейчас только это не получилось, как я хотел. Так, вот. Вот так вот. Теперь я не сильно вымазан. Они планировщики, у них есть план. У Бэтмена есть план. У комиссара Гордона есть план. У меня плана нет. Я разве похож на человека, у которого есть план? Я как пес, который бежит за машиной. И если догонит ее, если я бы догнал ее, я не знал бы, что делать. Поэтому я не виновен в том, что произошло в фильме, из которого я и произношу эти фразы. Тембр голоса, кстати, можно сделать оригинальный, как на английском говорил Хит Леджер. Hi. You look nervous. Is it the scars? Why you are so serious? Why you are so serious? А можно как на русском языке дублер, как дублировал один актер. Здравствуйте, дамы и господа. Сейчас мы вас развлечем. Может быть, ты знаешь, откуда у меня эти шрамы? Мне 26 лет, а уже герою, ну, лет за 29, за 30, Джокеру. Где-то так, наверное. Так, нанес. Я же говорил, безумное шоу только начинается. Зубы я покрасил тоже, кофе выпил и не промыл, не прополоскал рот, чтобы зубы были более желтые. И у меня это получилось. Напишите, интересно смотреть, или вы смотрите и ждете, когда что-то начнется, а ничего не начинается. Огонь. Это значит, вам интересно, Евгения? Я изначально это предвидел. Изначально. Может быть, ты знаешь, откуда у меня эти шрамы? И стоит ли говорить зеркалом со своим отражением? Или по-другому мягче сыграть эту роль? В ТикТок нужно видео записать, потому что в ТикТок 8 тысяч подписчиков у меня, скоро будет 10 тысяч. А 10 тысяч — это уже большая аудитория. И я это делаю не для славы,
Не ради денег, чтобы рекламодатели предлагали мне рекламу. Я делаю это ради идеи. Или просто ради привлечения внимания. Что тоже немаловажно. Известный певец, известные актеры привлекли к себе внимание. А есть люди, которые осуждают других людей, которые привлекают к себе внимание, кстати, адекватным способом. Любой человек на Старом Арбате может выйти и прочесть стихи, что я недавно и сделал. Кстати, очень волнительно было, потому что адреналин выделяется, и такое состояние сердцебиения даже от мысли, когда ты выйдешь и будешь читать стихи. Если в гриме таком выйти, конечно, ты уже другой человек, но без грима. Я выходил без грима в августе прошлого года и в этом месяце 21-го. Очень прикольно наблюдать, вы такой необычный, благодарю. Благодарю вас за комплимент. Лучше быть необычным, чем обычным. Или если быть обычным, то необычнее необычных. Так, здесь готово. Готово. Почти готово, уже 96%. Теперь смотрим. Смотрим, анализируем. Вот. Смотрим. Я покажу. Сейчас когда дело плохо. Кадр включаем. Так, пишем. Джокер. И сейчас откроется сцена. Одна из самых интересных. И сейчас смотрю, опять реклама началась. Сейчас на Старый Арбат пойдем. Я не пойду. Талант мастер на все руки. Благодарю. На Старый Арбат сейчас смысла нет идти. Если там темно, то какой смысл туда идти? Вот, смотрим. Видно? А я думал, у меня шутки плохие. Назови хоть одну причину не отрывать тебе башку прямо сейчас. Как насчет фокуса? Как насчет фокуса? Я заставлю карандаш исчезнуть. И, кстати, костюм вовсе не дешевый. Вы ведь сами его купили. Ладно. Сядь. Я хочу услышать его предложение. Отмотаем время на год назад. Эти копы и прокуроры тогда не перебегали вам дорогу. А теперь? В чем дело? У вас у всех яйца отвалились? А? Ведь такие, как я, чокнутые. А. Люди вроде меня. Слушайте, я знаю, почему вы проводите свои занятия по групповой терапии лишь при дневном свете. Я знаю, почему вы боитесь выходить ночью. Бэтмен. Бэтмен показал Готэму ваше истинное лицо, к сожалению. Дент... Это только начало. Дент, это только начало. Все правильно он сказал. Но фильм мы ведь планировать... Мы не планировали смотреть фильм. Мы ведь не для этого здесь сегодня собрались. Благодаря Инстаграму. Поэтому я просто хотел посмотреть, как у него здесь... Это... Вот это место просто. Хотел посмотреть с бровями, что мне нужно с ними сделать. Я посмотрел, теперь я доделываю... Потом докрашиваю помаду, распускаю волосы, одеваю рубашку, майку. Наверное, майку или рубашку. Рубашку надо такую одевать, которую не жалко. Потому что если я одену рубашку, которую жалко, то она испортится. Или стирать потом придется, заморачиваться. А зачем? Сегодня... Отправил заявку на участие. Мне, то есть, поступило предложение. И я отправил заявку в ответ на участие в съемке рекламы стоматологии в образе капитана Джека Воробья. Я капитан Джек Воробей. Я не выпил ни рюмку рому, и несмотря на то, что образ капитана Джека Воробья на сегодняшний день не столь актуален,
Меня предложили, и все. Пригласили, и посмотрим, будет съемка, не будет. Потому что есть люди, которые что-то хотят снять искренне, а потом не могут. Коронавирус, ограничения, другие дела. Вот это место. Вот так вот наносим грим. Реалистично. Он наносил, спешил. Не первый день он это наносил. Вот так, бровь. И здесь чуть-чуть. Ну, уже слизистую, естественно, красить не буду. Это ни к чему. Вот так раз. Все. Это готово. Оставляем это здесь. Белые последние штрихи. Вот так. Логично. Еще я подготовил видео, я Джина сыграл из фильма «Wishmaster», исполнитель желаний его, режиссер первого фильма Фредди Крюгере «Кошмар на улице Вязов», Уэс Крейвен продюсировал. Ну, фильм малоизвестный, на кассетах был в 90-е как-то популярен, сейчас о нем забыли. Я с актером общался, Эндрю Дивофом, который эту роль сыграл, он в сериале «Остаться в живых» играл. Индиана Джонс, и он хочет у меня в фильме сняться. Голливудский актер. Это я сейчас не хвалюсь, а просто говорю, что возможности. Интернет, информационный век, можно связаться со своим кумиром или с интересным человеком, и вы можете попытаться написать и предложить что-то. И творческие люди, люди, которые занимаются искусством, любят себя в искусстве и любят искусство, они могут согласиться. То есть у меня есть идея, у меня только нет такого бюджета. Но бюджет появится. Когда есть мысли-форма. Ведь была у меня мысли-форма сыграть Джокера. Главное не сыграть его агрессивно, как я недавно сыграл. Одну роль. Не буду сейчас ее играть. Это другая кондиция. Может быть, ты и не знаешь, откуда у меня эти шрамы. Но грим вовсе не дешевый. Может быть, по цене он дешевый, а вот по качеству очень даже хороший грим. Так. Уже час точно гримируюсь. Так. Магомед, салам. Салам алейкам. Я приветствую вас всех. Я приветствую, что вы меня смотрите. Скоро к вам обязательно приеду. В своем виде, потому что меня приглашают в Дагестан. Именно такие совпадения за последние полгода. Три приглашения уже поступило. Я нормально. Я вошел в образ. Прошу прощения, что обнаженный. Но по-другому не получилось бы накраситься. Тело, естественно, я здесь красить не буду. Это не имеет смысла. Так, делаем чуть вот так. Так. Недавно впервые увидел себя на большом экране. Фильм называется «Я – это она». Я там играю не транссексуала, не гомосексуалиста, хотя разные роли бывают, и можно разные роли играть. Я сыграл 16-летнего школьника, у которого умерла мама. Его не уважают и третируют одноклассники. У него нет друзей, только одна подруга. И вот он однажды одевает женскую одежду и идет на бал. На школьную дискотеку. И его там избивают. Кстати, когда это все снимали, я был в женском платье на каблуках вот такого размера, высоты. 40-го или 40 какой-то, 44-й размер. И я падал, и мне в нос ударили. Я сейчас не жалуюсь, а просто говорю, что насколько это было сложно. Это студенческий фильм. Режиссер гениальная. Для своего возраста, 14 лет, она гениальна. Я надеюсь, даже не то, что надеюсь, и не знаю, и не верю, но уверен в том, что фильм будет на фестивалях. Потому что это трогательная история. У нас много перспектив. Надо показать диапазон того, что можно сделать. Вот я сейчас себя вообще не узнаю. Вот оно! Попадание, роль, которую надо сыграть. Только воды теперь пить будет. Воды пить теперь будет сложно. Зубы чистить. Все-таки испачкал.
Так вот. Наверное, я зря уже трачу время. Вот эти вот места надо подкрасить, и все. Так. И все. Иначе это уже очень долго. Ну, потому что я отвлекаюсь, рассказываю. И распускаю волосы. Кто там хотел, чтобы я волосы распустил? Вот я сейчас на радость вам распущу. Но волосы тоже. В чем сила Джокера? Сила Джокера в интеллекте. Я сразу это сказал, потому что он интеллектуален, он не какой-то маньяк. И, кстати, когда люди говорят, вот психопат, там это говорят типа сумасшедшие люди очень умные. Я не сумасшедший, но я играю сумасшедшего. Сумасшедшие люди очень умные, и психопаты. Психопаты могут получить образование и быть очень начитанными. У них просто асоциальное поведение, они выделяются. Но иногда психопат может поступить правильно, не эгоистично, как якобы поступает нормальный человек. А так психиатр у любого может найти диагноз. Это не проблема для психиатра. Какой диагноз у Джокера? Нарциссическое расстройство личности, истерическое. Истерическое, то есть человек должен быть всегда в центре внимания. Есть демонстративный тип личности. Но он может себя контролировать, а уже истерический, расстройство истерическое, так называемая истерическая психопатия, вот этот человек уже не может себя контролировать. Так, у психопата много энергии, он ничего не боится. А вот я боюсь, недавно, признаюсь вам, на меня напала собака, на Ису напала собака. И неприятно было, почувствовал я человеческий страх. Хотел спасти свою жизнь, вдруг она загрызла бы меня. А вот когда я ругался, меня это не красит, но я ругался с охранниками, которые сказали, что если я не одену маску, они вызовут полицию. Но я ее не одел и был неправ, потому что люди выполняют свою работу, а я мешаю им это делать. Но никаких драк, никаких конфликтов в моей жизни нет. Я стараюсь в это не ввязываться. Я занимался самбо, занимался боксом. Так, для самообороны, а не потому, что я хочу кого-то побить. Я читаю стихи про любовь Пушкина. «Давайте женщинам дадим бразды правления», который написал мой хороший друг Никита Джигурда. Это великий стих. И очень важно, кто его читает, в каком контексте оно звучит. Потому что женщины обмануты. И они сами себя обманули, и мужчины их обманывают, а женщины обманывают мужчин. Поэтому я не феминист, я не шовинист, и вообще я себя никуда не причисляю. Так вот, шрамы можно закрасить. Помада, этот грим. Теперь белый грим, чуть-чуть помаду надо, контур сделать, и я уже оденусь. Контур вот этот, вот. Так. Вот здесь как-то не очень. Хотя нет. Все зависит от освещения. Ну что, теперь можно распускать волосы. Руки-то помыть, может быть, надо перед этим. Так. Спасибо вам, тем, кто дождался этого момента, когда я распущу волосы, потому что образ готов. Так вот. Получилось неплохо. Здесь я прокрашивать не буду эту слизистую. Осталось теперь одеть рубашку. Вы ведь подождете меня? Я ее одену. Кольцо одену тоже. И что дальше я сделаю? И дальше я перейду в другую комнату, запишу видео. Вот у меня шрамы на следующий раз. Вы ведь не думайте, что это единичная акция. Эта акция не единична. Теперь я буду играть эту роль. Вы знаете, какие роли я играл? Слишком часто. И эти роли
сделали так, что люди думают, что я могу играть только капитана Джека Воробья или только петь мантры. Мантры – это очень полезно. Но дело не в этом. Дело в том, что у меня палитра. Многоликость и единость. Многоликий и единый, да. Разные образы. Короче говоря, я не хвалюсь. Я призываю многих актеров перевоплощаться. Нет бездарных и гениальных актеров. Это все чушь. Скромность украшает, и надо играть, заниматься, никому не завидовать. Я слышал, мне рассказали недавно кастинг-директора, что есть актеры, которые каждый день отправляют свои портфолио и хотят, чтобы их взяли, а их не берут. Они навязчиво отправляют и почему-то критикуют народных артистов, потому что завидуют. А что завидовать? Те старались, с кем-то познакомились, как-то подружились, им повезло. Все. Я никому не завидую. Вот, например, Оленьку Бузову ругают последнее время, то, что она будет играть в спектакле. Я не знаком с Ольгой, я ничего не могу сказать о ее человеческих качествах, но она целеустремленная, это уж точно. И если она прославилась в «Доме 2», то пусть она и играет в спектакле. Человек хочет быть актрисой, тем более у нее психотип, как у меня. Она демонстративный тип личности. Но не о ней сейчас. Много случаев, много кого не понимаю. Но не надо спешить и делать выводы. Если это видео, точнее даже не это видео, а другое видео, это видео уже 1,5 часа, наверное, идет. И пока я сделал грим, уже прошло больше часа точно. Но пластический грим я наклеил. Так вот, если это видео, другое видео с моим участием, где я в роли Джокера, наберет много просмотров, скажут: сумасшедший, это не актер! Это реальный психопат, который решил одеть маску Джокера, чтобы чувствовать себя комфортнее. Это не так. Это все роль, и вы это все прекрасно понимаете. Так вот, я сейчас вернусь, надо одеть рубашку, кольцо. На это нужно где-то минута. На это нужно где-то минута мне. Даже 40 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 15, 16, 17, 18, 19. Много что уже я рассмотрел. Вот. Не знаю почему, но эта рубашка, мне кажется, здесь подойдет. Почему? Потому что я в ней снимался в фильме «Я – это она». Так вот, чтобы ничего не прервалось, я сейчас закончу этот прямой эфир, выложу и размещу его на своей странице через IGTV, вот, а потом вернусь, очень скоро вернусь. Так что я не прощаюсь. Прямой эфир, как же завершить? Вот, завершить прямой.